Всем привет, всем доброго, бодрого субботнего утра. Настроение шикарное, хотя с утра, честно говоря, опять одолевала лень, но я взяла себя в руки. Я в спортивной форме, думаю, надо, все-таки попа сама себя не накачает. Силуэт в зеркале сам собой не постройнеет, поэтому нужно что-то делать, нужно прилагать усилия, хоть иногда и не совсем хочется. Но первая мысль с утра у меня была полежать, посмотреть фильм. Я даже включила «Заклятие», новый ритуал, но такая муть какая-то. Я минут 20 посмотрела, мутатень. Думаю, ну нафиг, ну нафиг. И вот время 10 утра, спустя 2 часа или 3. 3 часа после пробуждения Анюта все-таки решилась, Анюта все-таки собралась и готова. Покажу вам свою тренировочку. Давно не было у нас песен-плясок, да? Песен-плясок. Потом я планирую обмотаться обертыванием, но на этот раз я не буду скрабировать себя. Я прямо вот, ну, скажем так, на сухую пройдусь, начну с живота и опущусь ниже, да? И будем готовить завтрак. Завтрак-обед. На завтрак у меня сегодня были уже три штучки зефирки. Три зефирки, три штучки зефирки. Твоя моя не понимает, да? А, богатый, могучий русский язык. Три зефирки с чаечком. У меня аж слюни пошли. Вот, поэтому на второй завтрак-обед, и, вероятнее всего, это будет и ужин. У меня будет пицца из куриного фарша, да, и запеку картошку с кетчупом и овощи. Ну, нормально. Я думаю, что мне этого хватит на весь день, потому что пицца из куриного фарша очень питательная, ну, считайте, один белок, да, он долго переваривается. Я думаю, что до завтрашнего утра мне вот так вот. Короче, вот такой план на день, даже не на день, на утро. На утро. Вечер занят у меня, поэтому, может быть, схожу погулять. На улице хорошая погода, у нас снова солнце, тепло, но, по-моему, такой прохладненький ветерочек, как и вчера. Вот, но я думаю, что все равно выйду прогуляюсь хотя бы по набережной. Хотя бы по набережной. Вот, ну что, включаем музыку и приступаем. Видите, такая вот шикарная прическа, шикарная. Все, начинаем. Сегодня закончилась встреча. 10 человек, которые решили. Сразу же пошел совершить решение.
Thank you.
Так, товарищ, я потренировалась. Достала коврик. Сейчас потянусь. С меня прямо течет. Вот. Течет прямо. Хотя засвечивать не видно, что я красная, не красная. Фух, хорошо. Хорошо. Сейчас растянемся. А потом обертывание сделаем. И пойдем готовить завтрак. Я пока на адреналине есть не хочу. Но думаю, что скоро это пройдет. Я решила Марфуньку почесать. Вот такая вот щеточка у меня есть. Так, что-то плохо видно, да? Опа. Вот так вот. Вот так лежи, Марфунь. Тебя сейчас вот так вот почешем. Очешем маленько. Но... Ведь кайфушки, да, Марфунь? Ведь кайфушки. Вот противный, а? Ты смотри, противный какой. Ляг и лежи. Нет? Марфунь, я все равно тебя не отпущу. Что ты думаешь? Ты думаешь, что сейчас вырвалась такая и побежала? Ага, сейчас. Не-не-не, Марфунь, не убежишь. Не убежишь. Да. Ага, сейчас. Ага, сейчас. Сопротивляется и мурлычет, типа, да? Мне не нравится, но мур-мур-мур. А самой это нравится, сама-то кайфует. Но нет, противная натура, надо вот повырываться. Надо повырываться, надо показать свое фи, да, Марфунь? Надо показать свое фи. А самой нравится, сил нет как. Но надо фи показать. Типа, я такая вся гордая, неприступная, недоступная. А сама кайфует, да? А сама кайфует. Но повыпендриваться надо. Как без этого? Нет бы лежала, кайфовала. Ну, что вы? Так, Марфунь. Другой бок у нас еще есть. Эхо противная. Вот что за кошка противная такая? Ой, боже мой, а волос-то, мать моя. Угу. И чё, и куда? Ты думаешь, ты тут вырвешься от меня? Сейчас у меня мертвая хватка.
Сейчас, Марфуня, ага. Пока я тебя не отпущу, ты никуда не уйдешь. Ой, сама кайфует ведь, вот кайфует. Блин, вот что вот за противная натура? Ну вот что за противная натура? Так, ну ладно, на сегодня достаточно, да? Да, иди. Посту, да, Марфончик? Марфонь, греешься на солнышке, да? Вот она, красотка. Ни забот, ни хлопот, да? Что по погоде? По погоде все чики-пуки. В футболках людей нет. Значит, ну как бы ветерочек, да, прохладненький такой. А так солнце, голубое небо. Так, трава зеленая проклевывается. Но не так много, как вчера я ее видела. Вот она. Марфуня жмурится, на солнце сидит. Марфунь. А Марфунь. Как дела? Как дела у тебя? Все хорошо? А? Эхо морда. Эхо морда. Марфунь, что не грызешь? Грызи ее давай. Я для кого ее растила? Хвостом виляет. А чего? Что-то недовольная какая-то. Давай, давай, налегай. Не понравилось, видать, что поставила траву сюда. Ну, Марфунь, сделай красивый кадр мне, а? Так, ну что, Анюта намазала себя обертыванием. Горим, горим, жарко. Так, значит, что, надо готовить завтрак. Будем делать пиццу, и картошку я буду запекать. Зефирки убрала в пакетик, боюсь, что они это засохнут в коробке. В общем, все хорошо. Сегодня уже две или три штуки у меня, но я вроде говорила об этом. Так, значит, что для пиццы? Пицца у нас будет из того, что было в холодильнике. Поэтому не будем особо заморачиваться. Так, вот у меня еще остался вчерашний этот. Какие мясо вчерашнее, его тоже запипирю. Так. Фарш. Фарш. Фарш у нас. Опа. Так, Марфушку держала. Ох, ляжки не горят. Вот живот горит и бока. А ляжки что-то пока нет. Так, солим. Я его не солила. Солим. И копченую паприку добавляем. Обязательно. Что, она закончилась давно? У меня есть еще. А это запасливая. Оп. Так вот, смачненько. Так, а это вот сюда. Все. Так, теперь колечко снимаем. Может
бы чуть-чуть соевого соуса добавить. Чуть-чуть прям. Чуть-чуть, немного. Перемешиваем. Перемешиваем. Так. Такого вот у нас симпатичного оранжевого цвета получился за счет паприки. Снова. Еще руками немножечко помнем, вложим в него особую приправу под названием любовь. И все, и оставим на некоторое время. Ой. Хац, хац, хац. Главное поймать мимо ладони, чтобы не пролетел, а то останемся без пиццы. Я ничего еще в душ не ходила, сейчас как раз все поставлю в духовку и пойду в душ краситься, марафет наводить. Мне кажется, так оно более эластичное какое-то становится. Здесь просто фарш, лук. Ну, то есть я... Что у меня было? У меня была куриная грудка и голень. Вот, я провернула. Часть у меня пошло на лазанью с кабачками. И вот часть фарша я оставила для пиццы. Без яиц, без всего. Посолили, паприки добавили. Ну, всякое. А, хорош. Ладно, пока оставим в стороночку. Ок, теперь будем делать картофан. Картофанчик, картофан. Картофанчик, картофан. Я бы, конечно, просушить, ну ладно. Так, такими вот. Блин, рано я сюда ее бросила. Сейчас мы ее еще промоем сначала. У меня же есть несколько приправ для картошки. У меня же есть средиземноморс с томатами и розмарином. Картошка. Такая у меня есть. А еще у меня есть техасская с копченой паприкой. С
Вот эту я сделала техасскую, добавим приправленную. Она мне больше нравится по аромату. Да. Решено. Так, короче, все, загрузили картошечку, загрузили. Добавим маслица. Маслица. И специи. Смачненько вот так вот. А в общем-то все, картошечка у нас готова. Оставляем. Теперь возьмемся за фарш. Вот такую вот я форму выложила. Вот так вот мы это сделаем. И вот таким вот образом убираем в духовку. Я думаю, у нас на 200 градусов минут на 30. Да. Так, я уже пролила волну. Марафет навела, что-то у нас тут в духовке уже все пропиликало, уж остыло. Еще не готова. Не готова, но такая остренькая. Прям как я люблю. Хороша, чертовка, хороша. Ой. Ой. Вкуснотища. Так, что у нас с пиццей? Непонятное. Что-то непонятное. Волной пошла пицца, что-то волной. Нормас, нормас. Так. Хоть. Что-то пропорции пиццы изменились. Какая-то она стала не квадратная, а трапециевидной формы. Ну ладно. Все равно будет вкусно. Я просто уверена на 100%. На 100% уверен. Так, нам надо морковку. Значит, так.
Значит так, у меня осталось вчерашнее мясо с перцами и с луком обжаренное. Так. Ой, ой, простите. Так. Так. Ага, ага. Ага. Мясо с мясом, шикарно. Шикарно. Нет, это точно, это сегодня обед, переходящий в ужин. Шикарно. Так, помидор надо порезать. Убрать. Мусор надо выкидывать. Некогда, некогда. Когда нам? Все в делах, в заботах. Кстати, мне на следующей неделе надо убраться в Пасхе, потому что я же 26-го улечу и все. А прилечу уже Пасха. Поэтому на следующей неделе надо марафет навести уже. Так. Ага, так, так, ага, вот так, ага, это в рот? Угу. Да, Марфунь, да, не говори-ка, ты права, ты права. Так, все, это... И сыр. И сыра. Много-много посыпаем сыра. Так вот. Всё, до капелюшечки, да, мусор выкинуть. Угу. Шик, блеск, красота. Так, и я уберу еще на 20 минут это хозяйство в ту же духовку на те же 200 градусов. Все, пока. Так. Духовка сказала все. Поэтому будем доставать. Я вот тут вот маленечко овощи нарезала. Будем доставать. Аккуратно. Аккуратно. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 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 так. Ага. Так, что мы имеем? Что мы имеем? Не храним, а потерявши плачем. Что с картошкой? Что по картошке? Что по картошке? Так, не уронить бы. Ай, ай. Что по картошке у нас?
Картошка хрустящая не получилась, ну и фиг с ним. Угу. Картошка готова. Ой, остренькая. Слушайте, класс, конечно. Это, конечно, класс. Так. Сначала нам надо пиццу отодрать, да? Наверное, мы ее разрежем для удобства извлечения. Раз. Опа, опа, опа. Так, без бумажки. Угу. Без бумажечки. Так, сырочек у нас тут. Какие-то потери у нас идет. Как-то пристал так нереально. Пристал так нереально, как-то он. Ну и все. Угу. Есть контакт. Оп. 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 Так. Ага. Ага. Смотрите, какая она честная. Так, у нас, значит, мы потом берем, у нас еще есть овощи. Так, кофе. Такая штучка-дрючка. Вот. Что? Вот кетчуп. Все шикарно. Ой, посуда опять целая гора. Ну ладно. В общем-то, вот. Шикарная, шикарная тарелка. Как губы поправлю. Шикарная тарелочка. Пошла я кушать. Время уже начало второго. А начала я тренироваться около 10. 4 часа. Тренировка, растяжка. Готовила душ. Ну вот, 4 часа прошло. Офигеть.
Ну, в общем, всем отличного денечка, хороших выходных. Отдохните хорошенько, чтобы с понедельника с новыми силами. Погода хорошая за окном, надеюсь, у вас тоже. Гуляйте, больше отдыхайте, уберите телефоны вообще в сторону, выключите телевизор и идите гулять. Гулять куда-нибудь в тихое место, вдоль воды, в парк, вот. Ну и время с родными и близкими больше проводите. Все, всех люблю, целую пух, пока-пока.